Ну что, давайте потихонечку начинать. Точнее, продолжать. 78% мы прошли. Я думаю, что мы сегодня полностью добьем уже игру. Вот. Короче, отдохнул Коровин здорово. Очень сильно устал. Буду теперь отдыхать до конца месяца дома. Буду вместе с вами играть и так далее. В бету Destiny 2 не играл еще. Слушай, у меня вот такой вопросик возник по поводу Destiny 2. А по-моему... О, как красиво сразу. Прям такой пейзажик потрясающий во всех смыслах. Разве доступ, ранний доступ к бета-тесту не давали... Давали всем или давали только тем, кто заказывал Deluxe Edition? Вот, я столкнулся с каким вопросом буквально вчера. То есть я не нашел, где закачивать бета-тест без Deluxe. Так, почему трещит звук так сильно? Хорошо, снаряжение. Давайте посмотрим, что мы там оставили. А, с 20... Да, тогда... Тогда с 20, сегодня 19, да, если я не ошибаюсь. С 20 можно будет попробовать поиграть. Слушай, почему бы и нет? Можно будет попробовать. Первый раз буду играть в Destiny. Так, насколько я помню, нам улучшать нечего. Вот, я бы хотел узнать, как у вас дела. Корвин, расскажи вначале, как у тебя дела. Так, мы оттуда, по-моему, пришли, я уже нифига не помню. Давайте сейчас облазим, посмотрим. Вроде как особо не разбирался. Хорошо, я тогда завтра гляну обязательно, посмотрю. Поставлю на закачку. Ага, тут я все посмотрел. Коробочка открытая лежит. Меня слышно нормально, игру слышно тоже окей, да? Подскажите мне. Сейчас мы будем вспоминать... как, во-первых, управлять всем этим делом. Так, и куда мы хотим выстрелить с этой штукой? Я не вижу. Может быть, так? Полетели. Я забыл, какую кнопку нажать для того, чтобы не упасть. Там вроде все... Нормально, все норм, сейчас планирую играть, испытать игру Paragon. Попробовал ее как-то не так, ну как, давно очень, не пробовал ее с ботами. Наверное, мало пробовал, но мне пока что так себе. Мне Overwatch'а хватает полностью в этом плане. Что, полетели, Лара? Уже сюжетку прошел, в рейд сходил, осталось PvP побегать. О, неплохо, так ты там вообще... Ой-ой-ой. Я жив? Да, все окей. Ты вообще именно там раздаешь уже по полной. Ну, я смотрел, там кучу всех стримят уже этот Destiny. Попробуем поиграть и мы, в принципе, почему бы и нет. О, с возвращением. Понтифик, привет, привет, добро пожаловать, Понтифик. Приятного просмотра. Как твои дела? Не знаю, стоит ли вылазить прямо сейчас. Было бы, конечно, очень круто, если бы мы вообще вот по моему приезду вообще в полностью... закончили все наши тайтлы и начали что-то новое, но так как у нас осталась Лара, надо все-таки ее... Ну, Лар, давай. О! What the fuck? Это ты кто такой? Мать моя женщина, вот это да. Вот это мужчина. Так, давайте посмотрим для начала, что они собираются вообще делать. Мне как-то немножко стрёмно открываться сразу на этом молодом человеке. Неплохо, наконец-то не чужой. Да, чужого мы прошли, поэтому мы даже одно дополнение прошли. Оно достаточно короткое, в принципе. Так, они будут что-то делать или нет? Они просто патрулируют. А, хорошо. Сейчас я вспомню еще для начала, как тут играть, что делать. О! О, не-не-не-не-не! Ай-яй-яй-яй.
Ага, все, вспомнил, как уворачиваться. На! Хорош! Вот это да! Просто жесть какая-то! Я смотрел запись, видел все. Отлично, отлично. Да, неплохо, кстати, прошли. Очень напряженный был момент. Получено новое снаряжение Жумар. Что это такое? Ага, в принципе, у меня есть подозрение. Притягивать тяжелые предметы на веревке с помощью Жумара. Понял, хорошо. Парагон — это не Overwatch, разные жанры. Да, разные, но все равно как бы... Мне стрелялок хватает, по факту. Все равно парагон же правильный от третьего жреца, если я не ошибаюсь. Или от первого там как-то. Короче, все равно очень сильно напоминает тот же Overwatch. Что здесь такое? А как, хорошо, как этот Жумар или что? Так просто, типа. Ага. Все, понял, как это работает. Бах. А дверь не открывается вообще никаким образом. Ну, вообще, у меня, в общем, парагон есть. Если тебе очень сильно понравится, может быть, как-нибудь попробовать поиграть вместе. Снова здесь. Если ты мне подскажешь, что как там. А мы сегодня по приезду играли с Бордлхейзом. Он, кстати, должен подойти скоро, по идее. В Overwatch. Погорели немножко. Зачем другие игры, когда судьбина вторая есть? Ой, я помню, кстати, из видео этот момент. Судьбина вторая. С тех пор столько произошло. Мы фоточку забрали, да, здесь больше нифига такого. Так, как там инстинкт выживания? Так, одну секунду. Что, пододвину? О, другое дело. Именно зачем доты всякие, когда выходит лучший ММО-шутер ближайших лет? Это да, я согласен. Я, конечно, не играл в Destiny 2, первый, точнее, я имею в виду. Но я думаю, что это гораздо лучше и симпатичнее, чем та же Dota. Но опять-таки, кому что, кому что. Каждому свое. Кому-то подобные ММО-шутеры не нравятся. Куда ты? Не могу довести. Немножко. Со вторника не могу оторваться, как залип, так и все. А вы чё, все попредзаказывали, что ли, его? Все Deluxe Edition заказали? И ваучер, да, я так понимаю, и понтифик, вы все? Сколько, кстати, он там в рублях стоит? 1007? Нам сюда? Вы уверены? Хорошо. Выглядело не очень симпатично. Я заказал игру плюс сезон. Ну да, это Deluxe. Где ты? Где? Где? Не Deluxe? Алекс! Лара! А! Блин. Тебя ищу! Ты цел вообще? Меня тут немного прижало. Так что не очень. Так что, может, его это? За того шить? А, в него нельзя стрелять, да, походу? Приветствую вас, Miracle Beer. Здравствуйте. Добро пожаловать. 5890, игра плюс Season Pass. Нифига себе. Так, хорошо, что ты мне предлагаешь? Miracle, как ваши дела? Честно сказать, я уже все забыл, как вообще общаться с людьми, а не с чем-нибудь другим. Как вести себя вообще. Ничего не помню. Я вчера просто завалился спать и отсыпался. Что ты мне предлагаешь? С его помощью расчистить завал.
Ай, блин, я понял. Такая себе мысля. Кто Destiny брать будет? Уже все взяли в натуре. Тихонечко. Малёха не то. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ах, что ж? Попробуй с его помощью расчистить завал. С помощью чего? Повтори, пожалуйста. Я не услышал. Да тут все уже в ZBT вовсю играют. Вообще нас дико... Графон и боевка просто первая часть. А, да ладно, серьезно? DLC под вином сиквела. Что он от меня хочет? Он что-то говорил, но я чуть не понял, что. Куда здесь нужно... А, стоп, подождите. Их можно двигать. Ага. Давай. Оп. Хорош. Голову береги, Лара. Что-то мешается. Но если туда забраться, блокировку можно устранить. Ну так давай полезли в таком случае. Постой. Тут прям все ясно, уже более-менее понял. Здесь целая головоломка, да? Хорошо. Как бы теперь так пододвинуть, чтоб не сильно? Мне ж не до упора нужно. А, блин, тут чуть-чуть типа нельзя, да? Бум. А как немножечко подвинуть ее? Чуть-чуточку вообще. А насчет боевки ты ожидал что-то новое, не увидел разницы второй. Я ожидал новую механику, увидел копипасту. О, каждому свое. Расстроился. Графони заметно стал лучше. А Миркл, ты тоже предзаказ сделал? Так, мне нужно что-то об что-то упереть, что ли. Трубу подвинуть не могу. Это сделать не могу. Ага. Нет, стойте. Как это пройти? Сбок же я не могу подвинуть. Не могу. Здесь маленькая есть. Графоний. Вот он сильно прокатывается. Прям очень сильно. А мне ж как бы не это надо. Должен быть технический люк. Да, я вижу этот технический люк. А как к нему попасть? Подскажи мне, пожалуйста. В сторону я не могу так толкать. Может быть, еще разок надо подвинуть. Поехали. На мой взгляд, это лучший шутер за последнее время. И так засрать сиквел провал. Ну, блин, подожди. Ты же еще только в бету играл. Неужели так все плохо? Так, все, я разобрался. Нормос. Логические задачки тут решили мне сразу дать сходу. Только приехал еще. Не протрезвел только толком. Они мне уже задачки... делают. Все, есть. Вообще, на самом-то деле, ребят, я хотел бы взять два диска я хотел бы себе и... Алекс! О, Боже. Себе и другу подарить тоже хотел. Конечно, денег это просто... Офигеть, сколько получится, на секундочку. Да, так, теперь мы расчистили путь. Теперь сюда...
Может просто оттащить для начала назад? Два диска судьбы, второй? Да, 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 понятифик. Я думаю... Да, я понял, все, мне уже показали. Я думаю, что если бы новые механики боевой системы, они были дерьмо... Они бы их в демо точно показали. Но это да. Ну, Destiny как бы. И переводится судьбинушка. Ого, тут они намутили, конечно. Переводится, да. У нас ребята любят называть игры типа Watch Dogs, смотри собаки. Затупил. И так далее. Чтоб все было крайне Алекс, понятно и ясно. Ты их взял? Наконец, Катя, я увидел тебя. Катя, как там танки? Давай уберем это. Нормально? Прости, рейтинг подняла. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Ой-ой-ой. Хорош. Тихонько. Бум. Что ты делаешь? Ты нас убьешь. Такой лайк и босс. Похоже, я остаюсь слаб. Бери инструменты. Без тебя не уйду. Я помню его, кстати, с ролика. И часто очкарики тоже становятся героями. Очкарики становятся героями. Чик-чик. Они на нас рассчитывают. Беги. Гарри Поттер с пистолетом. Насколько, насколько хватило вам, вот кто играл в первую часть, насколько хватило первой части? Или... О, даже так. Или в нее даже можно играть. И не сейчас. Первая часть чего? А, первая часть Destiny. Так, поехали. Все, по-моему, Алекс не выжил. Подняться на веревке. Понял, у нас новые умения крутые. Ой, просто сколько лет, сколько зим. Квинси! А ты же на работе, Квинси. Ты же говорил, что ты на работе и придешь только часов в 11. Сегодня не очень, раньше по 4-5 танков сносило. Сегодня что-то 1-2 минимум, максимум. А, я вообще сегодня плохо себя чувствую, целый день не с той ноги встала. О, даже так. К трансляции присоединился ваш друг Бордл Хейс. Привет, Хейс. Привет, чатик. Добро пожаловать, Хейс. Ну... Ну, может, туда, в ту сторону тогда, в таком случае. Ненадолго зашел, понял. Катя танкист. Катя играет во все, что только можно. И на всем, чем только можно. Так. И что вы мне предлагаете? Звучит как-то не очень. Может, назад? Может, тут дверь может зайти? Нет, нельзя, хорошо. То эта дверь тоже нельзя. Рыцарь Иерусалимский. А, хорошо, ребят, куда идти? Ладно, нам поможет наш инстинкт. Короче, куда-то назад, походу, да? Да, вот, нашел. Найс. Слушайте, подождите. А на эту штуку я... Не, не могу залезть сюда, да? Мало ли, может, там какие-то фишки, приколы и так далее. Одну секунду. Квинси нет, если что, злюки нет. Я не заметил твои сообщения, сорян. Нет, в одну игру не играю пока что. В какую? Как в МСК погода? Такая осенняя.
Так, мы нашли прикольчик. О, отлично, тайники все, это уже радует, я не очень сильно люблю их собирать. Иду в платье. Тогда получается не осеннее. Так, мы это собрали. Вот здесь вот у нас есть артефакт. Здесь карта и еще один артефакт. Ну, нам, по-моему, прям назад. Назад-назад прям. А как я могу отсюда? Ой. Думал, надо что-то нажать. В итоге не надо было ничего нажимать. Она сама хватается. Так, есть. А, о, хорош. Добрый вечер, еретик. Привет. О, как мы выскочили. Прям лайк и босс. Еретик, привет. Добро пожаловать на канал Channel TV. Как твои дела? Так, у нас есть один навык. И что мы можем улучшить? Посмотрим в начале оружие. У нас все улучшено. Да вроде все. Вообще нечего улучшать, в принципе, да? Ну да, абсолютно ничего. Навыки. Все. Игрушка по ролям Я извиняюсь, ребят, я еще немножко не отошел от нашей тусни. Игрушка по ролям распределена, которая... Я понял тебя. Акция только сейчас. Мут по цене 600 секунд. Пока что я тут. Акция действительно. Ребята, хватайте свою возможность такую огромную. Пока Квинси еще в чатике, он еще наработки. Пистолет с добиванием врагов сближен. Винтовка. Давайте винтовку прокачаем. До окончания акции осталось 5 минут. Я, пожалуй, попозже воспользуюсь, когда отойти на топ. Видишь, нормуль с работы пришел недавно. Отлично. А ну нам, еретик, ты скажи, ты Destiny 2 уже взял или нет? Мне, пожалуйста. Ага. И что это подсвечивается? С какой целью? Там снизу, кстати, посмотрите, да? Ба-бум! Найс. Спрыгиваем. А куда сама эта штука упала-то, а? Пропала, точнее. Старые записи. Нет, и пока не собираюсь. Ты подождешь, возможно, какой-то скидочки или чего-то такого? А, вон понтифик видел, ты ответил. В результате долгосрочных раскопок, наконец, получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка – недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Ага. Ученые, тайна острова. Они нашли что-то на скалах, какую-то древнюю гробницу. Возможно, в ней ключ к разгадке. Окей. Я еще не знаю точно, нужна она мне или нет. Ну, просто у нас столько людей, знакомых, фолловеров. Там, друг мой тоже хочет... коллега. Вот, и думаю, тоже все-таки взять. Почему бы и нет, как говорится. Конечно, стоит она просто невменяемых денег. Может, здесь? Ой, не-не-не, Лар, не это. О, понятно. У Вовы спроси, он в играх разбирается получше меня. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, в Bloodborne ты достаточно хорошо разбираешься. Как сессия закрыла? 3 пятерки и 1 четверка. По-моему, отлично закрыла. Так, хорошо, как будем спускаться, дамы и господа? Или не особо важно?
стоп, мы что-то пропустили, ребят. Вот я вот прям чувствую, что пропустили. А, может быть, вот эта штука. Нет, Лар, это не то. Понятно. Короче, все решили в муте посидеть некоторое время, да, пока есть возможность. Да, я в этом году я была примерной ученицей. Я люблю примерных учениц. Это темпо цуха. В середине 19 века в Японии их чеканили тысячами. Акция окончена, я пошел работать. Ты прям именно сама доброжелательность просто. Поджигаем. Еретика, в первую ты играл? Так, стоп. Ничего больше здесь не забыл? Может, тебе первой просто хватило очень хорошо? Я просто лично в первую не шпилил, я не знаю даже. Нет? Понял. Часиков один сможет. Давай, 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 Квинт. Хорошо тебе поработать. Ое. Поехали. Не-не-не, Лар, ну что ж ты делаешь? Почему она все время с пистолетом? На самом деле, я бы, если бы мне никто не советовал, там не говорил, не разговаривал со мной там часто по поводу Destiny, там тут же Саша, да, там мой коллега. Португальцы очеканили ее в 16 веке для своей колонии в Малакке. Наверное, она попала сюда с того старого галеона. Если бы как бы он тоже не подбадривал меня, да, скажем так, этой игрой, то я бы, наверное, и тоже бы не брал бы. Ну, так бы, если бы там стримом не занимался, если там люди мне не советовали, как бы это все дело, я бы сидел бы, играл бы там Fallout 4, например, и все. И было бы хорошо. Я вот думаю, может, хорошая ученица выдать грамоту, но... Вова, опять закат крутой у нас. Ну, я тебе сейчас завидую немножко. На морьке тоже было хорошие закатики. Потрясающие, на самом деле, даже. Не то, что хорошие. Так присылай фотки, Кать. То есть в отсутствии рыцаря Иерусалимского можно анархию и мат в бунт? И бунт... Не-не-не, бунт можно, их анархию... Анархию можно, мат нельзя. А делайте, что хотите, в остальном я вообще ничего не запрещаю делать. Так, а как мне туда попасть-то, а? Нам куда? Да, ну, в принципе, я понял. О, Володя не будет мат кидать. Хотел, на меня оттолкнуло то, что там русской локализации не было. А в этот раз будут делать... По-моему, в этот раз же делают локализацию, да? 3-2 документы. А где документы лежат? В смысле? Прежние обитатели тоже что-то я не забрал. Ну, вообще, просто же... А, понятно, документ на корабле я не взял. Как-то и возвращаться не особо хочется, если честно. Наверное, не будем. Пофиг уже. А ну, Лар, ты словишь или нет нитку? Походу, что не словит. Что-то кажется. Так куда? А, ясно, вон. Надо было поднять голову просто. Да я уже просто так спрыгивать хотел через этот заборчик маленький. Полностью переведена на русский. Вот, все, все, я ушел. Давай, Квинси, ждем тебя. А по поводу второй, подожду, пока выйдет полная версия, а там посмотрим. Ну, как вариант, да, помониторишь немножко, в принципе, саму игру, и будет тебе уже более понятно. Нет, ты мне лучше не грамоту, а другое дай чего-нибудь. А... Подожди, подожди, Квинси. Ты не ответил на ее вопрос.
А что ж тебе другое дать лучше? Объясни мне, пожалуйста. Это не мешало сделать ее неплохой игрой. Я с сабами играл. И во вторую буду на инглише играть. Не, ну это все зависит от того, насколько ты как бы английский знаешь. Сейчас будут шутки по поводу того, что как же в 2К17 не знать английского языка, там, да, и все дела. Я же не говорю, что игра плохая. Но я бы предпочел простые субтитры. Русская речь в играх чаще режет слух. Но мне... Не знаю. Мне в Ведьмаке нормально было на русском. В Uncharted тоже, по-моему, неплохо озвучен. Мутка Эдишн. Так. А, забываю. Вырвала. Это все? Это только для вот этой фигни я это сделал? Серьезно? Серьезно? Так, и... По твоему желанию... Ну, я подумаю. Так. И как здесь спускаться? У меня плотвы нет, так бы выжил. Плотва всегда поможет спуститься нормально. С любой отвесной скалы. Стоп, подождите, может быть, все-таки выход там где-то? Или нет? Нет, нет, нет. Штука какая-то, можно зацепиться здесь, больше нигде зацепиться нельзя. Вроде нет, не знаю. О да, кайф, Эминема слушать вместо чародеек. Подожди, ты о чем? Я потерял мысль где-то. Ай-яй-яй-яй-яй, боже, как же она больно визуально. Ай, она еще тянет так. Просто какая-то жесть. А, я про озвучку Ведьмака. Эминема слушать вместо чародеек. Да ну я не знаю, я просто, наверное, не такой придирчивый, как говорится, да? Что ж такое? Живучий ты какой, а? Прямо крутит головой туда-сюда. Ничего не сделаешь. Смотрите, здесь что-то лежит. Ладно, я пойду покушать, приготовлю что-нибудь, попозже зайду. Давай, давай, Эритик, приятного тебе аппетита. Так, ну просто сохранились, в принципе, здесь пока больше не особо делать нечего. Можно перепрыгнуть, да, так думаю. Отлично. Полетели. Окей. Надо было нажать нолик. Тогда все было окей. Окей. Куда теперь? Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. Так, здесь все, по-моему, долетим до самого низа. Вернулись.
Лара? Мы услышали взрыв и подумали... А мы все равно Ведьмака будем играть, либо на английском, либо на... Он остался на их родном языке. Чё? У меня других озвучек там нет, в принципе. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Нормальное обвинение такое. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь. Да, ваучер. Никогда больше не услышите имя Пимми. Проверка связи просто. Ну да, все. Мы можем отплыть. Замолчали немножко. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только все Лара порядке, считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это. По его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. А, мут кончился. Это безумие. В смысле, уже 10 минут прошло, что ли? Все безумие. Нифига себе, быстренько. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Ну что, поехали дальше. Что вы хотите нам тут сказать? У нас тут, по-моему, что-то есть. Карта сокровища. Как туда пройти, интересно? Там где-то вход есть или что? Может быть, тут? Поговорить можно? О! Я здесь подежурю. Даже Рейс поговорить можно, мотором, прикольно. А остальные отдыхают. Ведьмак на польском тогда, English не кайф. Да, будем вот на польском, как раз мы и собирались. Почему бы и нет? Получится? Да, должно работать. Оп, залазим. Это туда, туда. По идее, мы как раз сейчас карту и найдем. Сейчас бы Ларку помыть мочалкой, потереть капа. Да, мы вот, кстати, так и стараемся всю игру капа это сделать. Но что-то у нас не получается пока. Пройдем. Так, метку вот эту я уберу, чтобы она мне не отвлекала. В принципе, мы идем правильно, а то грязнющая. Да. Грязная. И потная. Там очень длинный коридор какой-то. Это пещера, место поклонения. Хорошо, Лар. Сохраняемся. Дневники Лар. 8 из 10. Окей, что надо сделать? Ох, прошу прощения, мне нужно отойти ненадолго, если вы понимаете, о чем я. Ну, давай. Мы будем тебя ждать. А, понятно здесь. Так. Там мы сделали себе проход. Что они тут делают? Чем занимаются? Развернет. Стоп, что-то я не так сделал, походу, мне кажется. ББ перс не лучше после охоты. Но он больше в кровище.
Мне нужно как-то запрыгнуть именно на эту штуку. Таким образом я не запрыгну, понятное дело. Так, ладно, хорошо. Здесь тоже никак. Отойду тоже, пойду поесть сварю. Отлично, я пришел, а вы все есть пошли. Давайте, приятного, Маучер. Вов, а чего ты задержку не поменяешь? Задержку в чате ты имеешь в виду? Поставить минимальную? Да, куда-то нужно сгонять. Все, чай налил. Отлично. Я понял тебя. Так, не туда. Точно не сюда. Ну, кто стрим снайперить товларки будет? Конечно, а... Ну, не знаю... Я как-то не задумывался. Там 5 секунд вроде минималка. Я как-то, знаешь, не задумывался по этому поводу. Посмотрю, что там можно сделать. Так, я что-то не могу понять только, что куда здесь нужно покрутить пока. Но... Я ж так не допрыгиваю, правильно? Там я разворачивал. А, хорошо, может быть здесь? Нет, эту штуку поднимать я помню. Все, я походу понял, что надо сделать. И походу это нужно делать очень быстро. А Лара не умеет нормально... Так, понятно. А Лара не умеет нормально быстро бегать. Так. Не, наверное... Наверное, нет. Там уже, наверное, развернулась, да? Так, вот этот поворачивает его сейчас. И я могу запрыгивать сюда. Хорошо. А если так? Ой, тихо, Лара, ты чё? Поднимись. И вот он ее доворачивает. Оп, получилось, отлично. Наверное, это склад продовольствия. Нашли. Так, прошли. Сила разума. Мы получили ачивку. Так, здесь мы все увидели. Так, нам, в принципе, сюда, как раз в эту же сторону. Полетели. Там, кстати, давайте, наверное, сохранимся, что ли, на всякий случай просто. Угу, можно что-то улучшать, видимо, да? Не понимаю, почему трещит динамик в джойстике, контроллере. Так, так. Здесь все. Пистолетик. Дуло.
Все, все улучшил. Поехали, двигаемся дальше. Екатерина, вы сами гуляете? Так, как пройти? Или можно особо не париться, в принципе? А, понятно. Там можно было по-человечески забраться, я но этого не сделал. Ну и пофиг. Так, все, выдвигаемся. Уже домой пришла, вышла на 5 секунд. Засекла крутой закат. Сфоткала, пошла домой. Я понял. Романтик прям. Романтик ты у нас. Так, в какую сторону? Угу, все, нашел. Что с этими бомбами только делать, я пока не понял. К трансляции присоединился ваш друг Полизер. Привет, Саш. Добро пожаловать. Значит, у тебя теперь все есть. Привет. Да. Сейчас закончу с этим. Привет, привет. Останется лишь прочистить клапаны. Остаешься? Нет, я смотрю ту базу на утесах. Как твои дела, Саш? Значит, иди. Мы не станем тебя ждать, Лара. Мне некогда болтать. Надо починить эту хрень. Хочу все, все выговорилось, да? Полностью. Так, эта девочка не базарит. Сэмми здорово досталось. Я позабочусь о ней. Она должна хорошенько выспаться. Удачи тебе на базе, Лара. Я хотел бы пойти с тобой. Кто знает, какие тайны она хранит. Давай лучше помолчим. Давай лучше помолчим, хорошо. Да, романтик, в каком месте? Ну чё, в Bloodborne тоже закаты хорошие. Клёво, в субботу был Дре у меня. Я вот, здесь, ну подержи. Тена, я Рей тебя даже не смог смотрел, поздравить, да? А остальные отдыхают. Ну, поверь, я на море очень много раз выпил, и пусть это будет за твое здоровье. С прошедшим тебя, Саш. Как вы отметили? Так, все, можно налево двигаться, да? Тут где-то свинья. Это нам все надо. Опыт плюс час запчасти. Я и в ББ скринила закаты, ракурсы. Ну вот, видишь, а ты говоришь не романтик. Так, по-моему, это не работает таким образом, да? Но нам, по идее, прям вот туда же надо. Еще раз, может, я что-то не так сделал? Так. На, ну да, походу, я просто не прожал кнопку. Да. Я художник. Клево, 3 дня запоя на овер... Open Air гонял. Где ты пропадал? А, вот ты не знаешь, да? Я новость выкладывал вообще в группе. Я уезжал на море ненадолго. Слушайте, он прям здесь где-то находится, что ли? Я его не вижу или что? На море ненадолго уезжал, позагорали с друзьями, отдохнули. Ну как, отдыхом это, конечно, сложно назвать, но тем не менее. Было очень круто. Я, как я уже говорил сегодня, что такое ощущение, будто я с Казантипа приехал.
хорошо. Давай поднимемся. Блин, вообще не понимаю, как она так поднимается. Ну, просто вообще. Двигаемся дальше. Я читал, что на отдых ездила, куда, что, не знаю. А, ну, совсем рядышком вообще здесь. Никуда, ни за границу мы не ездили, никуда. Мы ездили здесь на Азовское море. Уже комары позалетели. А, на Азовское море ездили. Вот, к знакомым моей подружке, к родителям. Они там жилье сдают, все дела. Вот, Азовское море. Владимир, вы загорели, кстати. Да, я старался, я не то что загорел, я там сгорел полностью нафиг вообще. Я старался загореть на самом деле. Где эта штука лежит? Не, ну ты посмотри, я офигею. Ладно, давайте выберем ее просто. Это я уже ж выбрал, да? А, она наверху, да? Окей, как пролезть? Походу нашел. Мулат. Ну, к сожалению, это ненадолго. А так вообще, в принципе, я светлый. Достаточно так. Окей, хорошо, здесь еще есть два тайника и, в принципе, точка, в которую мы идем. Все, я нашел место. Ух ты, блин, далековато как-то, нет? Я тоже на наш удмуртский Казантип ездил. Ты с детем ездил или нет? С детем, наверное, не получилось бы, да, так потусить. Может, оставляли на родственников кого? Так. Вот это, конечно, опасно. Все, можно подниматься. Опа. Блин, конечно, загнули они тут с этими такими штуками. Что-то мы нашли. Да, что-то нашли. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. Еще эти бедолаги с Endurance. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а еще и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на 2 фильма, а то и сериал. Боже правый, это открытие потрясет весь мир, и я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же все поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедуют этим людям. Они просто сломлены и растеряны, а я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! Окей, такое длинное сообщение. Уитмен. Мое величайшее открытие. Уитмен совсем обезумел. Жажда славы и богатства явно помутила его рассудок. Не-не, я с друзьями гонял на пруду, дискотека, все дела. Понял, отлично. А мы там кучу пляжей тоже облазили. Были и на таких городских. Ездили аж на косу в открытое море. Были на просто диком пляже. Короче, было очень круто. Так, хорошо. В последний день поехали. У нас был в городе там очень огромная гроза и очень большой ливень. Все абсолютно залило. Дороги все в воде. Чуть в машину вода не попадала. Вот. В итоге, короче, приехали на косу.
вот так вот стоишь на косе, получается, она где-то в ширину, ну, я не знаю, метров 100 там, приблизительно. Вот, слева у тебя открытое море, там просто дичайший шторм, а справа у тебя солнышко и такой бриз именно, стоячая вода, все так круто, очень крутой контраст. Никогда такого в жизни, в принципе, не видел. Наверх, понятно, ясно. И как ты мне предлагаешь туда залезть? А я в этом году загорать вообще не хочу. Каждый... Ой, сейчас, секунду. А, сейчас, блин, попаду, да. Каждый год даже в солярий ходила, лишь бы не быть белой синяками под глазами. Тут тебе на все стало... полюбила светлую кожу. Но девушке светлая кожа очень хорошо идет. Я честно даже тебе скажу, лично мне больше нравится светлая кожа, нежели вот девушки порой очень сильно загорают, ну прям чрезмерно. Нет ничего прекраснее бледных девочек с синяками под глазами. Еп. Ты мне предлагаешь уже прыгать, а если это далеко? Ясно. Видимо, разработчики посчитали, что это недалеко. Прости, Лара, прости, я думал, я допрыгну. Дедушка все равно меня мулаткой считает. Ну, дедушке виднее, как бы, начнем с этого. Так, в смысле, я, кажется, все правильно сделал. Я просто не допрыгнул, что ли? Я понял. Нужно было, пока она качается, вовремя просто подпрыгнуть и все. Нет. О, хорош. Главное быстро все сделать. Конечно, это не всегда для всего хорошо. Окей. Патронов у нас, в принципе, хватает. Всего-то достаточно. Ох, обожаю грязных девочек, девчонок. Привет, капкейк. Добро пожаловать, сексуальный капкейк, на канал. Приятного тебе просмотра. Как твои дела? В принципе, мы уже давно не виделись. С учетом моего отъезда. И вот мы сегодня постараемся добить Лару. Полностью. И завтра, уже с завтрашнего дня, я повторяю именно, да. Уже мы начнем что-то новое. У меня много где синяки есть. Однажды я ходила на групповое занятие в зале. Мы качали пресс лежа на боку. В общем, пришла я домой, на бедрах синяки. Чуть сильнее притронешься, у меня же синяк. Что за кожа? Ну, нежная девушка. Нежная. Так, как и должно... Такая, какая и должно быть. А, давай. Боже, я не могу на это смотреть. Это просто жесть. Угадайте, у кого сегодня был секс с одного раза? На работе, как последнюю путану. Я тебя поздравляю, мужик. Мне кажется, это лучше, чем ничего. Как ты думаешь? Я прям завидую. Так, хорошо. Как тут тогда? Можешь, просто подняться, походу, да. Эллисон, привет, Эллисон. Добро пожаловать. Так, окей, и можно здесь пройти. Опа, есть. Бурум-бум, я все время посматриваю. Да вроде же ничего нет, поэтому, в принципе, можно не париться.
Кто-нибудь когда-нибудь хотел полазить вот таким же образом, как это делает Нейтан Дрейк или Лара Крофт? Не знаю, мне кажется, это просто нереально. В метро сегодня 10 часов играл, наконец-то платину выбил. А я, кстати, видел, да, ты в метро Редакс играешь, старенький, да? Тоже, кстати, как-то давненько, правда, это было. Планировал взять ее, но потом что-то я передумал. Ого, я смогу допрыгнуть, что ли? Вы серьезно? Бледная кожа, синяки под глазами. Если синяки на теле, это уже как-то грустненько. Я не понимаю, как вообще люди что-то лежат на боку, качают. Это дико больно. Я даже два коврика постелила все равно. А девочки хоть бы что, на спине некоторые упражнения делать больно. Но опять-таки, это же зависит, видимо, от конкретно твоей конституции. Ну, больно тебе становится. Думаю, ничего в этом плохого. Я не знаю, допрыгну, не допрыгну. Хорошо, допрыгнул. Визуально это невозможно просто было. Какие-то фетиши. Хотя какие-то фетиши на шрамы у меня есть. Оу. Интересно. Например. Так. Где-то здесь можно походу пойти, да? А, тут вообще дверь была. Ну, как проход. Нормальный человеческий проход. Неизвестно, зачем я фармлю эти платины, если после выбивания ненавижу игру из-за дрочки ачивок. Ну, да, это вечная проблема. Тут ничего не поделаешь. Наверх же не нужно, правильно? Ну, не прям насмерть. На бледное немного чем... Так, все, я живой, это радует. Я уже думал, я зря спрыгнул, сейчас сдохну просто. Лол, лежу такой и слышу, как кто-то что-то лакает, и тут поднимаю голову, вижу, как кот лакает мой чай. Твой кот пьет чай? Может, ты ему еще кофе сделаешь в таком случае? А, вот, по-моему, нашел. Как классно, когда есть котик или киска в квартире. Ну, мне кажется, это разные вещи. Мама, я в телевизоре. Спасибо, Элисон. Ой, не то немножко. Ага, шерсть офигенно. Да, кстати, даже если покупать вот этого типа румбу, которая, да, собирает, ползает у тебя по квартире, типа собирает всю шерсть. Вот мне, к примеру, у знакомого тоже эта румба какая-то, причем дорогая, и в итоге толку от нее вообще никакого. Ничего она не собирает. Ну, хорошо, что вы мне хотите сказать? Ладно. Не, я просто чай много молока наливаю. На этой падле плевать, с чем молоко пить. Ну да, понятно. Молоко с чаем. Ну, давайте скажем так, что подумаем, что нам сюда. Можно же лысую взять. Киску? Ну и где это? Вот это вот, блин, черт. Артефакт. Лысый кот, это не кот. Бордель, я случайно дружбу кинула. Так, окей. А, тут есть... Ага, нельзя, опасность. Мы нашли гробницу. И тут появились демоны. Они
Сначала погас свет, потом раздались крики. Прям уж не случайно, знаю, Капа. Мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня не отмазывайся. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Нет, я от тебя детей хочу. Вот, вот так вот. Понял, Хейс? Солдат, пробуждение. Снова этот солдат и демоны. Может, он имеет в виду те существа из монастыря? Какие существа, ребята, блин, вы о чем? О, здрасте. Ну или в смысле... Ай! Ой, и вы мне скажете, что этот чувак ничего не слышал? Фу, как тривиально. О! В натуре парнишке как-то плохо. Так, здесь мы... Спортивный лук. Дробовик. Что-то там еще есть. Долго еще поток будет. Я уже думал спать. Поток? Я уже думал спать. Режим там все дела, но я на стрим давно не заходил. Ну, я тебе так скажу. Да, долго. Еще часа три, наверное, минимум, Эллисон. Можешь поспать часок-другой и вернуться. Может, мне 40, и я даже без кошек. А тут целый бордель. Думаю, дай подружусь. Да. Так. Разрывные стрелы с разрывными наконечниками. Попадают в цель. Давай. Почему бы и нет? Что вот это такое? А, блин, бронебойный. Понятно, не то надо было улучшать. Ну вот это давайте тогда выучим. Смотрите, мы потратили все эти... Все запчасти. Прям удивительно, я думал, они тут нескончаемые просто. Ух. Ой-ой-ой. Мать моя женщина, вот the fuck, что это такое? Кто это такие? 40 лет стримы по играм смотреть? Так, слушай, подожди, так есть же люди, которые стримят не только в 40. И побольше. Беляшек был свежий, приятного, капкейк. Тебе повезло. Я иду в ногу со временем, вот правильный ответ. Гробница должна быть где-то внизу. А, вот этот артефакт. Все, значит, все окей. Нет, стой, это до обхода я реально его пропустил. Да, походу я его реально пропустил. Ну, фиг с ним, короче. Может, потом можно будет забрать. Ну, подожди, куда ты? Я же хотел снять метку. Ух, прикольно. Лард, ты что делаешь? Здесь закрыто. Походу, нам сюда. Стоп, не понял. Точно? Да, все окей. Это, конечно... Целый подвиг, учтя какие стереотипы о играх у 40-летних людей. Вот туда мне и надо. Ну это да, есть. Ну, как бы, я думаю, на Твиче можно 100% найти там какого-нибудь 60-летнего стримера, я прям уверен в этом. Тихонечко. Там можно пролезть. Здесь же тоже закрыто, правильно? Здесь что? Еще раз. Здесь тоже закрыто. И ничего нет больше. Подняться таким образом я не могу. Хвататься тоже, в принципе, не зачем. Не за что, точнее. А, я что-то не понял немножко.
шутишь, тут 20-летние возникают про игры. Я считаю меня пропащей девушкой, потому что игры для примитивных граждан, детский сад. Примитивных граждан. Старческий маразм в 20 лет, лол. Я наконец-то могу пояснить, почему я не хочу детей, лол. Сериал «Штамм», второй сезон, 13 серия, 35 минута, 30 секунда. А давай ты просто как-то, не знаю, может скопируешь что-нибудь, напишешь там вкратце. Блин, я не знаю, куда идти. Я вижу дырку, но мне ничего это ни о чем не говорит абсолютно. Такие, да, встречаются и такие. Ё-моё, реально не понимаю, куда идти. Это где взорвал? О, я так понимаю, что смотрели, да? Сериальчик. Блин, подскажите, что делать надо? Кто знает? У меня вообще никаких мыслей просто. Никакущих. По вот этой штуке я же не могу забираться. Может, что-то тяжелое сюда надо подложить. Вот что только. Скинуть вроде нечего, правильно? Нажать кнопку. Я ж вроде подходил, нажимал. Блин, понятно, я знаю. Все. Значит, мне тогда не показалось. Все нормально. Учтя тот факт, что лежал в психушке. И то, что и не таких не видел. И не таких видел. Я даже загуглю. Лифт застрял. Что мне по-твоему делать? Блин, думал, все, решил проблему, в итоге нифига не решил. Понажимать еще раз я не могу, правильно? Может, надо... Нужно заставить этот лифт двигаться. Как? Объясни мне, женщина, пожалуйста, как? Ага. Наверное, надо это быстро делать как-то, да, более-менее? Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот... Нет, он выдержал, все нормально. Всем добра, привет, енотовод. Странно, но в чатике у тебя розовый ник, это так мило, Каппа. Привет, привет, как твои дела? Депрессия? Все намного проще. Я от армии откосил. О, каким образом откосил? Рассказывай. Я лежал неделю, это было словно вечность. О, что-то нашли. Центр агенту. Точка. Тринити недоволен отсутствием прогресса. Точка. Приказ овладеть феноменом звезды. Точка. Отправляем нового агента для обеспечения успеха операции. Точка. Неизвестные таинственные приказы. Похоже, этот остров интересует не только меня. Ладно, сейчас не до этого. Я сегодня пока прошлась, но по улице столько детского нытья наслушалась со всех сторон. Аж до сих пор трясет. Да, кто-то не очень сильно любит детей. Да норм, все, релиз прошел, работает до пупка. Все как всегда, как сам. Отлично отдохнули. Приехал, так сказать, называемого Казантипа. Приходится отдыхать. Теперь после отдыха, короче. Ну, все в классика. Самая настоящая классика. Я должна пробить себе выход. Короче, мне очень сильно понравилось, на самом деле. Так, хорошо. Были енот на косе в открытом море. Очень красивое зрелище, скажем так. Так, это лестница. Я туда не доберусь, наверное, да? Не та. Кнопка. Вара, соберись.
Тесты специально запорол, там были вопросы по суициду, депрессии, агрессии. Я вечно, естественно, отвечал как не надо. Да ты чертов гений. Так, здесь вроде ничего такого нет, да? Подъем повыше есть. Не знаю, можно ли так пройти. Окей, хорошо, все было просто. Нужно убрать остальные стопоры. Давай, давай. Давай, давай, давай. Так, секунду. И что? Куда теперь, Лар? Ага, я вижу кое-что и... А! Да ты серьезно? Воу! Это что было? Что-то нужно убрать. Нужно убрать еще три, тогда лифт спустится. Ага, что-то я взорвал, да? А что именно я взорвал? Какая-то ручка не юзается. Упала и загорелась. Не работает. Эта штука что же, да, никак не работает. Хорошо. А, блин. Боже, как же сложно. Нужно убрать остальные стопоры. Где эти стопоры? Я их не вижу. Женщина, покажи мне их. Кто-нибудь видит эти стопоры? Что это такое? Голову выше задрать не могу. Какую-то штуку я подстрелил, короче, и она взорвалась. Но я не видел, что это за штука. Вон они. Спасибо, спасибо, Бордл Хейс, спасибо. Может, что-то снизу там есть? Я не, может, я вот здесь где-то я не заметил. А я в прошлый раз не получилось мне запрыгнуть. Понятно, ясно, все, я разобрался. Тогда лифт спустится. Так, хорошо. Ну, здесь одна, правильно? Может, мы там еще где-то завтыкали, да? Ой. Во, понял, как надо откосить от работы, чтоб надолго и в новое место? Ну, в принципе, да. Прочитал, что он куриц соседа взорвал. Так, еще... А, это мы в самый низ спустились, да, походу? Знаете чего? Походу я... Провтыкал какую-то стопору. Да, вот две еще осталось. Давайте поднимать как-то его.
и смотреть на вот этих отверстиях. Я все понял, в принципе. Чё, как, куда. Сейчас он должен подняться. Ага, ну тут проезжает, да? Вот, вот, отлично, да, все правильно. Окей, еще один, и лифт сдвинется с места. Так, и вот на следующем теперь нужно, да, по идее? Может быть, чуть выше? Поднимается? Должен до вот этого, до вот того отверстия дойти. Стой. Так, ну да, все верно. Теперь мне нужно как-то туда забраться, я так полагаю. Я тут думаю, стоит ли покупать Диабло. Я на ПК играл немного, мне такой жанр сильно нравится, но я хз даже на джойстике. А, ты знаешь, Алиса, на джойстике шикарная. Ну, мне понравилось очень сильно. Больше, чем на консоли. Скидос, что ли, на Диабло? Да вроде не было. Кстати, я правда не знаю, уж она у меня купленная везде. Так, нет, походу придется опустить его снова, потому что я где-то что-то провтыкал. Я прям уверен. Тихонько. Он и так стоит 2000, и скидок не надо. Я думал, в районе 4К. Ну, там тысячоночку он стоит. Но это ж, по-моему, без этого, без дополнений, правильно? Наверное, хайпа ничего, но Хидетака Миядзаки в Твиттере в 20 часов назад написал «Sometimes I wish I had no eyes». Что бы это значило? А теперь расскажи мне, откуда эта фраза, Miracle. Иногда мне жаль, что у меня не было глаз. С этой стороны. Так. Ой-ой-ой, Лара, ты жива? Это главный день создателя Dark Souls и Bloodborne. Ну, я знаю, кто такой Хидетака Миядзаки. Иногда я хочу, чтобы у меня не было... Да, вот, Cupcake прав. Иногда я хочу, чтобы у меня не было глаз. В Bloodborne же эдипизм, вырывание глаз. Ох, блин, как я застрял, блин, на этом месте. Так, туда я пробраться никак не могу. Соответственно, нужно поднимать его выше, правильно? Зеленым светится. Но он не достает просто, да, я понял. Тогда нам придется подниматься. И смотреть, где я пропустил. Так, тихо, я не хочу опять хайп-трейн садиться. Слез. Сложно, Володя, думать. Много думать. Угу. Я не могу просто как... не могу до вот этого достать. Вон дырка, я вижу. Одну. Дырочку. Так.
Да, все, по-моему, нашел. Давайте поднимать. Стример не тупой. Нет, стример не тупой. Да я не увидел вот эта вот дырка. Вот она, вот она. В смысле, а там взяться, что ли, можно было? Да не гоните. Да вы, блин, издеваетесь, серьезно. Вот здесь? А каким образом постойте? Блин, жесть какая-то. Вова, в God of War попробовать не хочешь? Ты имеешь в виду новый God of War? Да, вот отвечаю, она тупо проезжает. Нет, в смысле, она там, где надо, но... Но как вот сюда забраться? Здесь же так я не пролезу? Нет, не пролезу. Может быть, через эту штуку каким-то макаром. Я даже не знаю. Не, а третья часть 2010 года переиздание. Четвертая часть, надеюсь, будет в 2018. Надо будет глянуть, кстати, что там она... Так, нет, здесь я, ребята, не пролезу. Я вообще не могу понять, как туда забраться. 10-го года. Я гляну, посмотрю, что там с ней. Вот мне нужно просто попасть вот туда. Стой. Четвертая часть мощь мне вкатила. Всех, короче, хорошие отзывы. Боже ж, как сложно, что ну вот серьезно. Прям я даже не знаю. Прям подустали. Томпсон 600, добро пожаловать к нам на канал, приятного тебе просмотра и добро пожаловать на канал Angel TV. Привет, спасибо тебе большое за твой фоллоу. Секунду, ребят. Что уже опять у меня за проблемы с настройками? Одну минуту, ребят. Так. Так. То сегодня понастраивал так, что ничего не работает, походу, да? Очень интересно. А, вижу, Миракл, ты мне скинул твиттер, да?
Очень интересно, очень интересно.